Короче, поехали, друзья, такое дело. Сейчас покажу вам, что вышло нам на трассу. В таком вот месте степь. Снова я, короче, ехали вот в Калмыкии. После Яшкуля, ну, проехали, да, уже километров, наверное, 20-30. Чуть не сбили. Даже людей, ни пастухов, ни чабанов, никого поблизости нету. Иди сюда, иди сюда. Идем. Идем, идем. Субханаллах. Братишка, как ты? Гуляет, короче, в одиночестве здесь, в такой степи в огромной. Надо будет найти хозяина. Все, все, все. Сейчас найдем тебе. Найдем, найдем твоих. Че, поехали, давай куда-нибудь поедем. Вот, короче, подобрали сейчас. Доедем до заправки или что тут рядом. Посмотрим, может, хозяина найдем. Все, все, сейчас найдем твоих. Сейчас, сейчас, сейчас поедем. Боится, наверное, машина. Вот здесь вот такая заправка. Че туда? Все, все, сейчас, сейчас, сейчас найдем. Эй, добрый день. Походу у них. Походу вот здесь, наверное. Все, все, сиди. Приехали, мне кажется. Сосед напротив. У нас самих ягнята. А? Напротив, сосед. На ту сторону степь? А, давайте я. На дороге. Я сейчас доеду. А, ну... Если не найду никого, я вам привезу. Это, скорее всего, его. Они возле асфальта ходят. Одна вон там вышла, прям на дорогу ходил. У нас у самих ягнята, у нас... Ягненок, короче, попался нам маленький. Надо теперь найти его хозяев. Что? Сейчас найдем тебе. Да. Найдем твоих сейчас родственников. Будем искать по Калмыкии. Да, да, мы тебя не бросим, не переживай. Надо на ту сторону, на ферму заехать. Вон туда. Только смотри, где там дорога? Здесь что ли? Или вон там? Скорее всего здесь, наверное. Извини, батей. Вот такой вот, короче. Совсем маленький. Залез в кусты, не хотел выйти. Там вроде есть. Отара есть. Тут вроде маленькие есть ягнята. А, ради тебя даже вот в бездорожье заехали. Давай чуть-чуть проедемся, посмотрим, может, до фермы есть дорога здесь. Доедем там, может, отдадим. Да, вроде краска такая же, вот, как на них. Вот такая же краска. Тут полно ягнят. Короче, едем с ягненком в машине. Такая удивительная история получилась с нами. Ехали по трассе. Вдруг, короче, вот так вот. Куда хочешь поехать? Если дорога есть, поедем. Вон там у них ферма. Вот так нету, интересно, дороги в объезд? Да есть, я просто не знаю, смысл туда ехать. Сосок,
Да, вот. Сейчас будет вообще. И будет там мне показывать, да? А? Там мы все будем там. Короче, друзья, вот нашли хозяина. Короче, не зря поехали через это поле вдоль канавы, короче, по грунтовке. Все, в надежных руках нашли человека, кому принадлежал. Да. Ну дай Бог, чтобы еще больше было бараката. Аминь. Аминь. Здоровья, да. Все, дядя, давай, салам алейкум, мы поехали. Давай, счастливо. Это Ямаха. Все, друзья, отдали, короче, хозяину. Вот, проехали. Здесь тоже много их, да? Это вообще прям... Такой вот, короче, конец этой истории с этим ягненком. Самое главное, что нашли хозяина и вернули его.